Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и перед вами последнее DLC для прекрасной игры. Оу, The Evil Within. Итак, дорогие друзья, это DLC называется Executioner, то есть палач, и в нем мы будем играть ни много ни мало за нашего сейфхеда. Так нами любимого сейфхеда и так ненавидимого одновременно с этим. К сожалению, это будет последнее DLC, но, к счастью, оно будет просто офигительно динамичным. Судя по трейлерам, это будет нечто завораживающее. К сожалению, оно будет довольно коротким, примерно на полтора часа. Но, надеюсь, за эти полтора часа мы насладимся целиком и полностью мощью нашего сейфхеда. И бессмертием нашего сейфхеда, ведь он не может погибнуть. И я не знаю, как они реализуют это в игре, и кто вообще сможет его уничтожить. Ну, кроме Себастьяна, конечно. Так что впереди нас ждет полтора часа веселья и, конечно же, безумия. Ну что же, давайте начинать. Эксплуатационные испытания системы STEM. Предмет эксперимента – процесс выхода из системы, проведенный с привлечением подопытного Визерса. Необходимо оказать содействие подопытному отцу в спасении его подопытной дочери. Ваша дочь находится внутри системы STEM. Она подключена к ней и не сможет самостоятельно из нее выйти. Чтобы освободить ее, вы должны также подключиться к STEM и ликвидировать всех остальных подопытных, будучи внутри системы. Ваш облик в системе STEM будет не тем, к которому вы привыкли, но это для вашего же блага. Вы сами в этом убедитесь. Под влиянием STEM память вашей дочери будет постепенно стираться. В конце концов, она станет одним из существ системы STEM. Мы окажем вам поддержку, но вы должны действовать, пока не произошло непоправимое. Обалденно. И мы видим Майру. Значит, это она закинула нас в STEM. То есть, получается, что дочь случайно туда затянула? Выходит так? И да, мы будем играть от первого лица, дорогие друзья. Хотя было бы интересно сыграть от третьего за сейфхеда. Но все равно это освежает. Директива Мёбиуса. Установить синхронизацию. Последний подопытный успешно внедрен. Проведена синхронизация сейфа головым существом. Оу. Вы можете использовать нашу несущую частоту для поиска остаточных следов сильных эмоций. Новые директивы будут передаваться и размещаться в пространстве эксперимента. Погодите-ка. То есть сейфоголовое существо, оно существовало всегда, да? И, в общем-то, никак с его предысторией вот сейчас не связано. Получается, что... Ох ты, шикарно, блин. Офигеть. Ух, что это? Даже не знаю. Ну ладно, давайте-ка выходить отсюда. Бум, с ноги. Идите к особняку Викториана. Так, а наша дочь находится в особняке. Как она вообще в STEM попала? Случайно затянула ее туда, что ли? Что это? Плюс одна монетка. Черт его знает. Так. Блин, ну это прям очень так, знаете, свежо, я вам скажу, от первого лица играть. Evil Within.
Офигенно. Я помню это место. Мы за Себастьяна здесь были и проходили в особняк. Оу. Так. Монетки, монетки. А куда делась вторая бочка? А, вон, она туда отлетела. Тикс. А здесь нет монетки. Ну, ладно. Пойдемте-ка внутрь особняка. Вороны. Жалко. А я думал, узнаю предысторию нашего сейфоголового. Оказалось, мы просто синхронизировались с ним. Вот так вот. Ну ладно, это будет все равно очень круто. Особенно потому, что все будет от первого лица. То есть картинки мы увидим самые наисочнейшие, я вам скажу. Вот здесь я помню где-то проход. Оу. Ага. 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 Швырните врага. Бейте противника, пока не оглушите его. Затем схватите его кнопкой С. Затем снова нажмите С для броска. Так, ну хорошо. Бум. 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 Так, С захват. Иди сюда. Кризис, блин, вспоминаю. Блин, хотел его на крышу закинуть. Казните врага. Так, хорошо. Казнь. О, да. Ёлки-палки, это, конечно, очень мощно. Офигеть. Да, слушайте, шикарно. Так, а что это такое? Я сканирую, типа, окрестности. На поиск чего? То есть на предмет чего? Ну ладно, я так понимаю, мне внутрь надо. Хотя здесь за Себастьяном были... проходик вон там вот был. Можно было пройти и... Там было у нас... Местечко? В нем были ништячки. Ищите свою дочь. Так, я так понимаю, это ее призрак здесь гуляет? Дневник дочери под номером 1. Папа, доктор сказал, что ты придешь и спасешь меня. Когда же ты придешь? Тут повсюду чудовище, я с ума сойду. Честно сказать, я просто вот ошеломлен на самом деле. Ошеломлен таким геймплеем. Я реально не... даже близко не ожидал, что у нас будет все от первого лица. У нас аптечка, ну ладно. Так. Помните это местечко? Везде мы здесь были. О! Да ладно. Ух ты! Сейф на стене. Магазин? А, собственно, что это? Письмо еще одно. Дневник дочери 2. Те другие люди вообще живые или мертвые? Сохранится. Так. Так, хорошо. И, кстати, мы лица-то его не видим. Там на картинке только что было у нас лицо, оно было так замазано, закрыто. Шикарно. Ловушка из колючей проволоки. Запас 3 из 3, максимум. Так. Купить. Чтобы поставить такую ловушку, достаточно бросить ее. Попавших в нее врагов можно казнить. Охренеть, блин, какой DLC-то. Так, максимум. Увеличение количества ловушек из колючей проволоки, которую вы можете носить с собой. Ага. Уровень 1, 2. А какой у меня сейчас уровень? Что-то я даже не знаю. Так, ладно. Молот. 50 монет. Увеличение... А, у каждого предмета есть уровень свой. Сейчас у меня, видимо... А что я назад-то не могу переключиться? Вот. Сейчас у меня, видимо, вот первый уровень ловушек. Первый уровень динамита. Динамит лучше всего бросать в обездвиженных врагов, к примеру, застрявшей колючей проволоки. Неизвестно, 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 неизвестно. Здоровье. Какое сердце. Повышение максимального уровня здоровья за 20 монет. Защита. Уменьшение урона, получаемого от вражеских атак. Общее повышение скорости ходьбы. Неизвестно. Молот. Увеличение урона, наносимого при каждой успешной атаке молотом. Блин, как шикарно-то. Ну ладно, у меня пока ничего нет. Ух.
Для смены используйте что-то по-польски там написано. Колесико мышки, видимо. Забавно. Такс. Почему тут было написано захват? Подождите. Что это сейчас было? С-захват. Стул! Ё-моё, стул! Стул, блин! Ну и в кого же мы стул запустим? Так, ну эти двери закрыты. Ладно, больше я к ним даже подходить не буду. Значит, мне сюда куда-то. Да. Со стулом, видимо, я... Он даже не сломался. Бум! Все двери с ноги только у нас открываются. Отлично. С монеток нет. Детальки. А почему детальки у меня? Почему-то я... А, вот мины. Сканер памяти. Вот, я могу размещать их. Тут вот квадраты такие появляются условные. Куда я их могу... А, я вот могу как-то быстро переключиться. Там 1, 2, 3. Так, надо в настройках сделать так. Так, попытался я сменить, но ни хрена там нету даже таких возможностей, к сожалению. Так, бум. Отлично, здесь была статуя раньше. И что мне с ней делать? Так, подобрать что-то можно. Дневник дочери 3. Я видела дядьку, который убивает монстров. Наверное, мне надо сходить к нему и спросить, что случилось. Он может знать папу. Но вдруг он тоже окажется чудовищем, поэтому все свои записи и вещи оставляю здесь. Так я за Себастьяна с ним встречался? Так. То есть, когда я приближаюсь к такому месту... Нет, нет. Странно. Ну ладно, это тогда временное было такое явление. Так, зачем же мне эти детали? Я не знаю. Что здесь еще я найду? Видимо, ничего. Ладно, валим отсюда. Сейчас кто-нибудь вылезет по-любому. Так. Ну, о, вижу. Вижу. Да выкинь ты этот стул. С ним даже ничего не почитать. Директива Мёбиуса 2. Ликвидировать подопытного СВ-212. Убийца. Данный эксперимент посвящен изучению методов извлечения личности из пространства STEM. Ваша цель — спасти дочь, помещенную в STEM, путем уничтожения остальных подключенных подопытных. Подопытный СВ-212, осужденный за убийство, полностью подчинен STEM. Его влияние растет, он нарушает паттерны памяти вашей дочери. Ликвидируйте СВ-212 и проведите оценку состояния дочери, девочки. Дополнительная информация. STEM постепенно стирает воспоминания подопытного, а также изменяет его личность и внешний вид до тех пор, пока не подчинит себе полностью. Изучение данных инцидента Рубика показало, что сущность по имени Рубик смогла покинуть систему STEM и перейти в физическое тело подопытного Лесли Визерса. Вот так вот. То есть, получается, вот эти события, ну да, они уже происходят после сюжета. И Рубик свалил в теле Лесли. Вот и все. Вот и все догадки на этом закончены. Вот они рассказали об этом. Первый этап будет посвящен исследованию эффектов ментальной деградации, вызванных STEM, при более типичных способах выхода. Передача информации извне и отслеживание объектов в системе STEM осложняются ошибками и временными задержками. При разрешении любых ситуаций полагайтесь на собственные суждения. Статус подключения. 7 подопытных. Подросток женского пола. Детектив. Один из братьев-близнецов. Осужденный за убийство. Пациент в психиатрической клинике. Солдат в отставке. Отец подростка женского пола. Так, это я. Это она. Детектив. Кто? Себастьян? Возможно... с другой стороны, я же за Себастьяна вроде вышел из STEM-а. Или нет? Может и нет. Так, хорошо. Дверь открылась. Найдите дверь, ведущую к СВ-212. Давай, ломай ее, мне монетки нужны. Заметив вибрацию или звук, проверьте окрестности с помощью сканера памяти. Ага.
Дневник дочери 4. Дядька сказал, что раньше он был просто убийцей, а сейчас работает убийцей чудовищ. Еще он сказал, что собирает эти забавные знаки и попросил меня их поискать, но как только я собралась положить знак в карман, он закричал, очень страшно посмотрел на меня. Если бы я попыталась убежать, он мог меня убить, если нет, тоже. О ком вообще идет речь? Какой-то дядька, какой-то детектив. Детектив это, наверное, этот, как его? О, монетка. Детектив это, скорее всего, напарник наш. Джейкоб, что ли, его звали? Я не помню уже. Вот, если это он, то это как бы скорее всего, потому что он же умер, как бы, значит, он здесь застрял навсегда. Его разум возвращенный даже, я бы сказал. Опа. А у нас тут ловушка, ребятки. А у нас тут ловушечка. Вот так. Приседать-то... А, я умею приседать! Ёлки-палки, здоровяк умеет садиться, обалдеть. Так, слышу урода. Так. Ну что, попробуем его. А, не, он меня уже услышал, идет сюда. Ладно, тварь, давай. Давай. Казнь, казнь. Ух ты, да! Шикарно. Прямо в башку. Обалденно. Монеточки. Отлично. С каждого из них монеточки. Ну, пока что это очень просто, на самом-то деле. Метелить этих обсосков. Вот когда они с оружием будут, а я думаю, они будут с оружием со временем. Ну, то есть, они же были с оружием в игре, значит, и здесь будут по-любому. Так. СВ-212. Опа. Опа. Так. Рисунки на стене. Я помню, мы здесь мозг, блин, препарировали. Стенограмма, подопытная СВ-212. Стенограмма субъекта СВ-212 убийца. Ни о чем таком меня не предупреждали. Временная отметка 01. Эти ублюдки ни черта не умеют драться. Временная отметка номер 2. С той старой каргой, которая запихнула меня сюда, и то было бы прикольнее развлекаться. Временная отметка 3. Какого черта здесь делает ребенок? Я думал, тут одни безмозглые зомби. Отметка 4. Какой еще папа? Что за херня? Я тут при чем? Отметка 5. Так и знал, что малолетке нельзя доверять. Решила прикарманить мою добычу. Отметка 6. Какого черта? Я слышу, как кто-то шепчет мне на ухо. Отметка 7. Решили влезть мне в голову? Думаете, вы меня раскусили? Отметка 8. Не смейте мной командовать. Отметка 9. Куда подевалась эта милая малышка? Должна быть где-то здесь. Отметка 10. Теперь я знаю, что вам от меня было нужно. Так вот, зачем вы меня заманили сюда? Отметка 11. Думаете, я подопытная крыса? Думаете, взяли меня голыми руками? Да я вас всех порешу. Ну, понятно, это уже... прям туда, нифига себе. Это наш старый знакомый, дорогие друзья. Вот этот с бензопилой, очень веселый парень. В самом начале оригинальной игры мы с ним развлекались. Просто чудесный собеседник. Но вроде как их было несколько. Стоп, подождите-ка, я убил здесь одного. Так. И что? Ага, ясно. О, да вы бегаете, ребятки. Да вы, мать вашу, бегаете. Иди сюда. О, так вот, мощно. Где эта тварь? Где вторая тварь? А, вот она. Вот так. Ищу. Ух ты, ёлки-палки. Слушайте. Да, сейфхед, это просто волшебство какое-то воплоти. Так, садист. Да, садист. Сейчас мы развлечемся прямо с садистом. Давай, урод. Давай, ублюдок. Ну давай, ублюдок, че ты? Вот так! О, черт возьми. Мощно. Давай, мразь. О, боже мой, они трешак вызвали. Ты куда пошел?
Ты куда, мать твою, пошел? Куда собрался, ублюдок? Вот так. В стену, блин, пошел, сосунок. Зря только ловушку использовал. Ну да ладно. Надо было тех еще побить, я мог бы... Бензопила! Теперь бензопила доступна в магазине. Блин. Какой DLC-то, елки зеленые, ребята. Какой DLC. Пойдемте. Пойдемте. Купим бензопилу, если мне денег хватит, конечно, на нее. Надеюсь, у нее нету там какого-нибудь, блин... уровня топлива. А, одна гребаная ловушка стоит 10 монет. Зашибись. Проапгрейдить ловушку стоит 30 монет. Так, ну я теперь понял. Дорого что-то они стоят, елки-палки. Так, где бензопила? Вот она. 30 монеточек. 30 монеточек. Любимое оружие садиста. Ранг топливная. Топливная экономичность. Давайте купим. Как я могу отказаться от бензопилы? Бензин 10. Ну блин, бензин. 10 монет стоит один динамит. 10 монет стоит ловушка. Ладно, я куплю одну. Стоп. Сколько стоит прогрейдить? 50. 50. Ладно. Оставлю одну пока ловушку. Не надо было ее расходовать. Надо было эту козла так забить. Сейфхед зверь. Мочит просто, просто нереально мочит. Вот, видите, у него лицо замазано. Непонятно. Непонятно, кто это. Так что тут кроется какая-то тайна. Какая-то тайна тут кроется, дорогие друзья. Что такое? Пройдя зал казни, вы сможете получить знаки памяти. Знаки памяти. Директива Мёбиуса 03. После ликвидации СВ-212 деградация памяти вашей дочери существенно замедлилась. Можно предположить, что ее влияние на других подопытных также нейтрализовано. По нашим данным, ваша дочь в настоящее время перемещается. Вероятно, вместе с подопытным СВ-207 ликвидируйте его. Данные этого эксперимента позволят нам проанализировать динамику и стабильность подчинения личности и системы СТЭМ. Дополнительная информация. Система СТЭМ использует подчиненных для генерации волн, подавляющих память и волю других подопытных. Эта функция, в свою очередь, ускоряет их подчинение СТЭМ. Для определения влияния, которое оказывает устранение подобного ретранслятора на стабильное извлечение подопытного в требуемом состоянии памяти, необходимы дальнейшие эксперименты и исследования. Так, я могу туда пойти по сюжету, а могу в какую-то вот странную комнатку еще пойти, чтобы получить знаки памяти. Давайте. Why not? Помесимся. Опа. Так. Глаз пошел. Глаз пошел. Давайте, уроды, давайте. Давайте, твари. Давайте, твари. Давайте. Что ж ты жирный ты такой, а? Надо грейдить молот, слушайте. Чтобы они с трех ударов хотя бы улетали. Так. О, с него ловушка выпала. Офигенно. Ага, еще один. Давай, 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 подонок. Сдохни, ублюдок. Вот так. Не надо ждать. Надо мочить. Ух ты, еще один. Куда ты взялся? А, тут глаза-то повсюду. Бум. Это хорошо, что я не купил эти ловушки. Монетки выпали. Так, где у нас новые уроды? Ага. На тебе, тварь. Ох ты. А шо ж то? Ах ты, гад. Я не вижу, что сзади происходит. О, чёрт.
Господи боже! Блин, пытался уклониться. Тихо. Тихо. Да блин, я нажимаю shift. Он же может так делать-то, ну ёлки-палки. Фигня какая-то. Так, наверное, в них надо кидать. Вот что надо делать. Так. Да на тебе, урод. Так. Черт возьми, уж пол хп нету. На тебе, ублюдок. Иди сюда. Ну? Кто еще, ублюдки? Кто еще, ублюдки? Ладно, черт с тобой. Фига он летает, блин. Так. А что, ты уже вылечился, типа? Может, он последний? Блин, ну взрывные, конечно, это попа. Так. Где? Тут, да? Что это у нас? Это значок странный, сейфа на нем. Да. Так. Монетки вроде с него вылетели, да? 10 штук. Хорошо. Так. А, отлично, он был последний. Так. Ну, здоровье у меня, конечно, не регенится. В этом сложность. В этом самая большая сложность. Че, я опять могу туда пойти? Серьезно? То есть я могу ходить туда, фармить, чтобы себя усиливать, да? Если, например, я какой-то этап пройти не могу. Опять же, мне нужно 50, чтобы улучшиться. Вот. Так, 3 из 3, чудесно. Да, мне нужна целая пачка монет, чтобы улучшиться. Топливная экономичность. Чем выше топливная экономичность, тем дольше ее не потребуется заправлять. Увеличение урона. Угу. Нет, нужно молот качать, по-любому. 50 монет. Буду копить, буду качать. Давайте сохранимся еще раз. Да. Бум. Только с ноги. Здесь у нас есть аптечка. Мы ее оставим. Оу. Привет, ублюдки. Ну что, никто из вас не стреляет, да? Тогда я пойду разберусь с вами. Так, тот идет пешочком. Казни его. Надеюсь, во время казни меня атаковать не могут. Пошел ты. Вот так. Там, кажется, еще кто-то есть. Да, вот он. Кувалдой, блин. Да. Вот так. Отлично. Здесь, по-моему, какой-то чувак был. Но это было в оригинальной игре. Ага. Так, 5 монет. Неплохо. Хм, видите, затыкали его этими... Как это? Гарпуны, да. Гарпунами. Так, и здесь у нас монетки. Отлично. Все, можно, кстати, улучшиться пойти. Так, может, и здесь у нас что-то? Да что... Что ты делаешь-то? Да, и здесь монетки. Так. Здесь-то нету маленьких вот этих, а то... Знаете, почему нет? Почему бы и нет на самом деле? Так, вон там я что-то вижу. Отлично. Отлично, у нас уже 60.
Не знаю, идти грейдится сейчас. Что это, контрабас здесь? Нормально. Можете миновать преграду, телепортирующись к любому ближайшему сейфу. Угу. То есть назад-то я не пройду уже. Так что пойдемте-ка мы проапгрейдим мой молот. Такие дела. Так, ну-ка. Вот, удар с разбегу. Хорошо, запомним. Такс. Надо было бензопилу еще по... Хотя у меня не было сильных противников. Так что какой смысл? Так, да. Следующий грейд 80, а всего 4 уровня. Ну что же, оно того стоит, черт возьми. Давайте-ка сохранимся, дорогие друзья. И я думаю, продолжим уже в следующей части. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.